Привет, ребят, с вами Илья, и это наш Игродень. Сегодня хочу рассказать о интересной RPG-шке для мобильных телефонов, так что не теряем время и поехали. Смотрим мы игрушку Patches Fighter, и это настоящий RPG в стиле игр 90-х. И самое крутое, игра будет доступна не только на ПК, но и на наши мобильные телефоны. Эта игра, сразу скажу, пока на этапе разработки, и скоро будет первая демка, но уже сейчас я решил вам о ней рассказать. На самом деле, советую подписаться на все источники по ссылке из описания, потому что подписчикам скоро будет доступ к этой игре. Теперь ближе к делу. Все знают, как я люблю ретро-гейминг, и я рад, когда выходят клевые новинки в таком же стиле. Здесь на самом деле уже есть те вещи, которые мне очень понравились. Во-первых, это настоящая тяжеловесная RPG-механика, которая будет круто реализована, и она идет в миксе с таким битэмапом, что реально очень круто. Вообще, эта игра понравится 100% всем любителям аркадных консолей 90-х, и самое крутое, можно будет поиграть не только одному, но и с друзьями прям как в детстве. Также из плюсов здесь не будет доната, и это тоже очень здорово, потому что многие платить ну реально просто не любят. В Patches Fighter, в отличие от той же линии H2, ваш персонаж будет абсолютно уникален. Каждый развивается как хочет, и тут очень сильно зависит от вашей фантазии. Вы можете сделать ставку на развитие параметров персонажа, или, допустим, навыков, или вовсе, допустим, на какие-то вещи, и таким образом комбинировать все это дело. Также, судя по всему, в игре будет реально много шмоток, купли-продажи и даже случайный дроп, который мы тоже будем использовать. По сюжету, как заявляет разработчик, игроков ждет такой нелинейный подход, и каждый сам вправе выбирать, как ему здесь сидеть. Короче, тема весьма интересная, так что за игрой будем дальше следить, и как только появится демо, я тут же вам сообщу. Ну и ссылочки оставлю в описании, поэтому подписывайтесь, и как будет демка, вы сразу ее получите. Ну а так, go Lucas, и подписывайтесь на канал, ведь я буду всем вам очень рад. Ну и будем прощаться, до скорых встреч, и пока.